Путешествие или переезд – это новые возможности, впечатления и опыт. Предлагаем 10 правил безопасной миграции, которые стоит запомнить, чтобы подстраховать себя по прибытии в другую страну. Сообщите близким, куда вы едете, и постоянно поддерживайте с ними связь. Придумайте кодовое слово, чтобы в случае угрозы вы могли сообщить об этом близким, не привлекая внимания. Оформите медицинскую страховку. Сделайте копии паспорта для себя и близких на случай утери. Отложите сумму денег на непредвиденный отъезд обратно. Если вас пригласили работать за границей, проверьте будущего работодателя и узнайте о правилах въезда в страну для работы. Помните, что незаконное пересечение границ может повлечь депортацию, штрафы, лишение свободы, потерю ваших личных вещей или вероятность оказаться в руках торговцев людьми. Не отдавайте свой паспорт, телефон или другие гаджеты в чужие руки. Если вы потеряли паспорт, обратитесь в консульство или посольство вашей страны, либо в полицию. Адреса и телефоны посольства или консульства лучше узнать заранее. Старайтесь передвигаться в группе людей. Если садитесь в автомобиль одни, сообщите номер авто, данные водителя своим близким. Не берите деньги у незнакомых людей. Будьте внимательны и осторожны. Небезопасная миграция приводит к опасным ситуациям. Как понять, что вы в зоне риска эксплуатации или торговли людьми? Вы не получили обещанной заработной платы. Вас принуждали к работе, на которую вы не соглашались. Вас удерживали в заключении против вашей воли. К вам применяли угрозы, шантаж, насилие и другие противоправные действия. Если вы оказались в подобных ситуациях и вам нужна помощь, свяжитесь с Международной организацией по миграции. Хотите получить максимум полезной информации о безопасном выезде и пребывании за рубежом? Звоните на горячую линию или обратитесь за консультацией онлайн.